На конкурс дети читают стихи. Беспятов Кирилл, 9 лет, город Тюмень. Наталья Майданник, День Победы. Почему, дедуля, у тебя слеза? Почему, дедуля, прячешь ты глаза? Кто тебя обидел? Можешь рассказать? За тебя я буду драться, воевать. Внучек ты мой милый. Нет, не плачу я. Просто вспоминаю о былых боях. Когда был я молод, родину любил и врагов проклятых под Москвой убил. Там друзей военных много полегло. Вспоминать об этом сердцу тяжело. И победу в мае встретили не все. Там лежать остались в утренней росе. Так живи, мой внучек, и войны не знай. Каждый год с победой пусть приходит май. Улыбайся солнцу, весело играй. Но что было с нами, ты не забывай.